Успех дагестанских медиков. Впервые они уместили две сложнейшие операции в рамки одного хирургического вмешательства. Символ горского быта и дагестанских традиций. В ауле Рахата сохраняют древний промысел и продолжают шить дагестанские бурки, известные во всем мире. Подробнее в нашем выпуске. Акция «Слава врачам» продолжается. Дагестанский оздоровительный центр «Журавли» для реабилитации. На этот раз приехали столичные врачи. Здравствуйте. Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. На неделе свой 80-летний юбилей отметил экс-руководитель республики Мухугин Батович Алиев. Первый президент Дагестана родился в 1940 году в селении Тануси Хунзахского района. Муху Алиев прошел путь от школьного учителя до главы региона. Долгие годы работал на руководящих должностях в комсомольских и партийных органах. С 2006 по 2010 год занимал пост президента Дагестана в один из самых сложных и переломных периодов в истории республики. Муху Алиев награжден многими правительственными наградами, в числе которых ордена за заслуги перед Отечеством 3-й и 4-й степени, трудового красного знамени и знак почета. Поздравления со знаменательной датой юбиляр получал отовсюду. От имени республиканских властей поздравили аксакала дагестанской политики и премьер-министр республики Артем Сдунов, а также мэр Махачкалы Салман Дадаев. И к другим темам. Салман Дадаев посетил народную больницу. Мэр Махачкалы в ходе объезда благоустраиваемых территорий столицы побывал в городской больнице номер 3. Это медучреждение, наряду со многими другими больницами республики, принимало пациентов, больных коронавирусной инфекцией. И именно поэтому, по словам Дадаева, увеличение коечного фонда в больницах и строительство новых объектов очень актуально для нашего города сегодня. Как отметил градоначальник, дорога, ведущая к ГКБ номер 3, была отремонтирована. Также была улучшена транспортная инфраструктура микрорайона. В ходе визита Дадаев также ознакомился с проектом женского медресе, которое планируется возвести в данном районе. Здесь он поручил подготовить все необходимые документы для получения разрешения на строительство в установленном законом порядке. А накануне муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди встретился с врачами-онкологами высшей категории. Поводом для встречи послужило открытие отделения химиотерапии и диагностики на базе 3-й городской больницы. По словам специалистов, за счет своевременной диагностики удастся выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, чтобы вовремя начать квалифицированное лечение и, соответственно, снизить смертность от злокачественных новообразований. Подобные отделения открывают перспективы для лечения онкологических заболеваний и оказания медицинской помощи пациентам на новом уровне. А тем временем сотни медиков из разных регионов страны посменно отдыхают на территории оздоровительного комплекса «Журавли». Благотворительная акция проводится по инициативе руководителя данного научно-оздоровительного комплекса, профессора МГУ Магомеда Магомедова. Сейчас проходит реабилитацию 4-я группа медработников. Подробнее в сюжете моих коллег. В новую группу врачей, приехавших в Дагестан на реабилитацию, вошли медицинские работники из Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов. Гостям комплекса, помимо бесплатного питания и проживания, предоставляется также весь комплекс оздоровительных процедур. Мы делаем множество процедур для них, начиная от водных процедур, дыхательные упражнения, будем говорить потом ходьба. Они получают гидропроцедуры различные, массажи. До конца летнего сезона санаторий будет еженедельно на безвозмездной основе принимать по 60 российских медиков. К началу сентября на берегу Каспийского моря должны отдохнуть более 500 человек. Понимаете, не все измеряется деньгами. Это все ерунда, это деньги. Надо просто начинать чего-то делать хорошее. И поверьте мне, так быстро и легко, хорошо это делается. Мы этому убедились очередной раз. Отдыхающие целую неделю проведут в санатории. В их распоряжении находится все необходимое для полноценной релаксации и оздоровления. Им будет оказана не только медицинская, но и психологическая поддержка. Они смотрят фильмы. И самое главное, они могут общаться друг с другом и поделиться, и, в общем-то, познакомиться. Но врачи, они же все-таки хотят знакомиться и узнать, как у других дела идут, как другие борются с этим явлением, будем говорить. И таким образом они, в общем-то, успокаиваются, они видят, что жизнь прекрасна и все идет хорошо. Идти вперед — это был наш девиз. Были и трудности, были и
жертвы, то мы все преодолели. И если даже будет вторая волна эпидемии или пандемии, мы думаем, что хуже не будет, мы будем работать еще лучше. Дай Бог вам всем здоровья! Алина Багилова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ Махачкала. Министерство труда Дагестана и благотворительный фонд «Инсан» подписали соглашение о сотрудничестве. Была достигнута договоренность о предоставлении средств из резервного фонда правительства благотворительному фонду на оказание помощи жителям, которые оказались в сложной жизненной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Благотворительный фонд получит на оказание гуманитарной помощи нуждающимся субсидию, превышающую 4 миллиона рублей. Число закупаемых продуктовых наборов – больше 7,5 тысяч коробок. Гуманитарная помощь будет распределяться, исходя из состава семьи и финансового положения граждан. Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли накануне в селении Гиртма Казбековского района. Теперь у жителей села появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих всем санитарным нормам условиях. Возведен объект по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Помимо представителей власти, на мероприятии собрались многочисленные гости и жители села. О том, как прошло торжественное открытие, в сюжете Патимат Ханаповой. Открытие ФАПа для местных жителей стало поистине праздничным событием и долгожданным подарком. До этого первую медицинскую помощь людям приходилось оказывать в ветхом здании без должного оборудования. А селение немаленькое. В ауле Гиртма проживает порядка 1500 человек. Мы рады такому событию, такому прекрасному дню, такому строительству за короткое время срока, за такую заслугу. И нам достаточно, что он есть у нас. Новое здание уже готово к работе. На открытие приехали представители власти. Для них провели небольшую экскурсию. По словам местных жителей, в помещении сделан качественный ремонт. Есть необходимое медицинское оборудование. В ФАПе предусмотрены кабинеты для акушера, фельдшера, терапевта, а также процедурный кабинет. Многие вопросы, безусловно, они будут у вас сейчас уже на месте. Это дополнительные и рабочие места для медиков и качественное обслуживание для населения. Кроме того, была облагорожена дворовая территория, установлен забор ограждения, сооружена котельная. ФАП отвечает всем современным требованиям. Он был построен по новому проекту. Отличается от ранее возведенных типовых зданий большей площадью, за счет чего теперь есть возможность принимать большее число пациентов. Думаю, эта работа будет продолжаться, и нам это только начало. Я уверяю, эти преобразования будут, и нам бы хотелось, чтобы и жители этого села, и вообще сел нашей республики знали и были уверены, что руководство и власть до каждого жителя, до каждого села намерены дойти и преобразовать жизнь наших селян и наших горцев. Всех еще раз поздравляю. Всем наилучшие пожелания. И надеюсь, здесь будет побольше людей, которые будут нам рожать нам маленьких джигитов и наших сестер, и меньше больных. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Казбековский район. Накануне на почетную вечную стоянку из Каспийска в Дербент прибыл единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь». Многотонная машина должна стать центральным экспонатом филиала военно-патриотического парка «Патриот», который откроется в древнем городе. Напомним, что ранее мэр Дербента Хизри Абакаров подписал с руководством Каспийской флотилии акт приема-передачи экраноплана на баланс древнего города. Подробнее о Каспийском монстре в сюжете моей коллеги Алины Багиловой. Когда нужно корабль, а если надо и самолет. Гроза и ужас неприятельских кораблей времен Холодной войны. Экраноплан проекта «Лунь» поменял место прописки. От Каспийского причала направился к Дербентским берегам. Его построили в 1983 году. Единственный в мире ударный экраноплан-ракетоносец. Но судьба его полета была краткосрочной. Около завода «Дагдизель» в Каспийске он простаивал больше 30 лет. Поэтому к новому путешествию его готовили тщательно. Спустили на воду многотонную махину на специальных пластиковых понтонах, до этого проверив корабль-самолет на герметичность. Ближе к полуночи водоплавающая птица отправилась в путь. Дорога на юг заняла больше 12 часов. Вот.
Экранопланы начали разрабатывать в Советском Союзе еще в 20-е века. Первенцем проекта и по совместительству самым большим в мире экземпляром такого типа судов стал корабль-самолет, созданный в 1966 году конструкторским бюро имени Алексеева. Летные испытания решили проводить на Каспии. На борту красовались буквы КМ, которые расшифровывались предельно просто – корабль-макет. Но натовские военные узрели в этих буквах другой смысл, назвав в Лунь каспийским монстром. За рубежом этот чудо-проект вызывал восхищение и страх. И устрашающее название данное экраноплану по его рабочей аббревиатуре было недалеко от истины. Неуловимый для радара, внезапный и опасный. Лунь получил статус убийцы авианосцев, ведь его оснастили противокорабельными ракетами. Корабль, летящий со скоростью самолета до 500 км в час. Это уже была не фантастика. Самый быстрый корабль идет, пусть даже это самое, 40-50 узлов. Больше нету такого корабля. А этот идет 500 км в час летит на экран. Он минует минные поля, заграждения самые любые. Из этого он подлетел, выпустил ракеты, развернулся и улетел. Но судьба распорядилась иначе. Неудачные испытания и конструктивные недоработки поставили крест на будущем проекта. Теперь же у легенды военной промышленности страны начнется вторая жизнь – филиале парка «Патриот», строительство которого сейчас ведется в Дербенте, Луни летать не будет, но зато сможет вдохновлять и звать в полет молодых ребят. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Каспийск». И приятная новость для многих. У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Воспользоваться им можно будет, правда, только один раз в год. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место. Диспансеризацию нужно будет подтвердить справкой. Основная цель новой нормы – доступность диспансеризации и сохранение здоровья работающих россиян. Маршрут Каспийск-Махачкала, дистанция 21 километр. Накануне в республике прошел региональный этап всероссийского полумарафона «Забег РФ». Это массовое беговое мероприятие, проводится в стране уже в четвертый раз. В этом году забег претендовал на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Как наши земляки преодолевали нелегкий маршрут, узнаем в сюжете Рубана Рагимова. В едином ритме со всей страной в 9 утра по московскому времени на старт забега вышли участники в 85 российских городах. В Каспийске в одном строю как профессионалы, так и любители. Заур Салаудинов бегает всю свою жизнь. Мастер спорта по вольной борьбе для себя выбрал самый сложный путь – дистанцию в 21 километр. Мы всю жизнь бегали, и в горы бегали, и перевалы бегали всю свою молодость. Да. И такое желание возникло проверить себя на длительную дистанцию прямую. Просто психологию проверить, насколько физически готовы, уже возраст тоже уже 34, посмотреть. Интересно было такой вызов бросить самому себе. Хотя я здесь смотрю, здесь такие профессионалы бегают. Как будет, не знаю, посмотрим. Это первое спортивно-массовое мероприятие в республике после вынужденной карантинной паузы. К выходу из режима самоизоляции в Минспорта подошли основательно. Учтены все рекомендации Роспотребнадзора. За день до старта участники сдавали тесты на наличие коронавируса и проходили медобследование. Это для нас очень приятно, очень отрадно. Вот, все-таки столько вот в спячке находились все, силу этих моментов. Это первый. Поезжают спортивные мероприятия республиканского уровня, хотя на уровне Российской Федерации они проходят, которые протекают в нашей стране и нашей республике. Радуемся, гордимся, что у нас есть возможность снова дать о себе знать. Старт забегу был дан на центральной площади Каспийска. Маршрут полумарафона был проложен по улицам города, Старой Каспийской трассе и проспекту Расула Гамзатова в Махачкале. По дороге работали так называемые пит-стопы, где участники могли подкрепиться. Финишировали бегуны на центральной площади дагестанской столицы, где всех награждали памятными медалями. Самым быстрым и выносливым в этот день оказался Андрей Федоричев. Дистанцию в 21 километр он преодолел за 1 час и 18 минут. Ближайший преследователь чемпиона Магомед Али Гаджиев пришел к финишу через 3 минуты. Ощущение просто не передать его. Забег бы немного готовился. Ну, месяц-два. Два месяца как бы. Бежал каждый день понемножку. Тяжело было, только ветер. Очень сильный северный ветер, северо-восточный.
только из-за него. А так все отлично, погода отличная. Полумарафон объединил людей самых разных профессий, любителей спорта и представителей органов власти. До финиша благополучно добрался и вице-спикер дагестанского парламента Камил Давдиев. Так он решил отметить свой день рождения. Среди женщин лидировала Райсат Чартаева. Также в своих возрастных группах лучшие результаты показали Терлан Амиралиев и Динара Гаммадова. Всего по России от Калининграда до Камчатки на старт синхронно вышли более 100 тысяч человек. Массовое беговое мероприятие объединило самое большое количество городов и тем самым вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Так спортивный Дагестан стал частью этой большой победы. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов и Шамиль Курбанов, телеканал ННТ. Ультрамарафон «Две мечети» соединил центральные святыни Махачкалы и Грозного. Так трое легкоатлетов-любителей решили укрепить дружеские отношения соседних народов. Стайерам предстояло осилить нелегкий маршрут. Такого вызова в их жизни еще не было. На 170-километровую дистанцию бегунов провожал Курбан Рагимов. Ультрамарафонцы готовятся к старту. Друзья и болельщики не хотят упустить этот исторический момент. Дистанцию в 170 километров дагестанские бегуны преодолевают впервые. Испытание для самых выносливых. Каждый пришел к этому по-своему. Нам просто доставляет это удовольствие. Саида Ярахмедова в прошлом году преодолела расстояние в 110 километров от Махачкалы до Дербента. Девушка работает в Министерстве по национальной политике, а бег для нее просто любимое увлечение. Когда мы пробежали 110, хотелось пробежать чуть больше. То есть было 3 марафонские дистанции, захотелось 4. Будет практически суточный забег, если мы пробежим эту дистанцию от 20 до 24 часов. Но приблизительно, если в 22-23 часа уложимся, это будет очень хороший результат для нас, для всех. Ультрамарафон символично свяжет две главные духовные святыни братских республик – центральные мечети Махачкалы и Грозного. Забег, помимо популяризации здорового образа жизни, призван укрепить дружеские отношения между соседними народами. Перед стартом бегунов напутствовал имам столичной джума-мечети Ислам Хан Магомедов. Он передал в дар братской республике экземпляр священного Корана. Желаю вам, чтобы вы без препятствий добрались до цели. Пусть Аллах поможет вам в этом. Чтобы без проблем пересечь границы двух республик, участники марафона заранее сдавали тесты на коронавирус. Перед началом забега они также прошли медосмотр. Кроме того, врач будет сопровождать их всю дистанцию. Мы мерим артериальное диастолическое давление и пульс. Помимо этого, рядом будет отдельная машина с питанием. По пути помогут организовать небольшие остановки для отдыха. На перекус и восстановление сил можно будет отвезти от 5 до 10 минут. Предприниматель из Дербента Демир Салихов спортом занимается с детства. Кроссы и марафоны бегает около 6 лет. К самому серьезному вызову в своей жизни готовился основательно. Тренировки 6 раз в неделю, 5-6 раз в неделю. Это вот стабильно, либо утро, либо вечер. У меня тренировки в горах. Вот сейчас, когда карантин был, я все время был в горах, готовился там, основную подготовку там прошел. Вот. Стадион. Такие классические тренировки для легкого атлета. Беговые тренировки. Беговые, ну и без зала тоже не обойтись, потому что на такой дистанции силовая выносливость, она важна. Маршрут бегунов будет проходить по обочинам автодорог напротив движения машин. К финишу они придут только завтра в обед. Курбан Рагимов, Муса Салгереев, телеканал ННТ, Махачкала. Акция «Добра» Минтруда Дагестана продолжает реализацию второго этапа всероссийского проекта «Мы вместе». Акция направлена на поддержку пожилых и маломобильных граждан старше 65 лет во время пандемии. Усилиями Министерства труда и благотворительного фонда «Живи и дари жизнь другим» удалось обеспечить продуктами питания больше 800 малоимущих пожилых граждан. По адресную доставку во всех муниципалитетах обеспечат социальные работники Минтруда. Отметим, что в рамках второго этапа проекта продуктами питания планируется обеспечить около 13 тысяч дагестанцев. Сегодня у нас второй этап всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В рамках второго этапа 12 970 наборов будут распределены снова также по нашим муниципалитетам республики. Это продуктовые наборы класса А. Первой необходимости, в принципе, все то, что может пригодиться на первых порах для наших граждан. Чудеса в жизни случаются. Первый случай в практике нейрохирургов Дагестана. Врачи Республиканской клинической больницы впервые провели уникальную операцию по лечению сразу двух сложных патологий – опухоли головного мозга и аневризмы сонной артерии. Аневризма сосудов мозга – крайне опасная патология.
Это выпячивание стенки сосуда, происходящее из-за ее истончения или сильного растяжения. Одно из самых распространенных последствий разрыва сосуда в этой области – это инсульт, который сопровождается кровоизлиянием в мозг. Из-за сложности диагноза такие операции проводятся обычно раздельно. Но чтобы избежать тяжелых для пациента последствий, нейрохирургами было принято решение одномоментно выполнить сразу две операции. К счастью, все прошло успешно. В настоящее время пациентка выписана из больницы, чувствует себя хорошо, ее жизни и здоровью уже ничего не угрожает. И к другим темам. В Ботлевском районе готовятся к запуску современного предприятия по сортировке мусора. Завод будет открыт в райцентре в селе Ботлих и начнет свою работу уже в сентябре этого года. Предприятие рассчитано на переработку 30 тысяч тонн мусора в год и будет принимать отходы еще трех близлежащих районов Дагестана. В строительстве мусоросортировочного комплекса помогли оборонные ведомства страны. В перспективе предприятия дадут в собственность муниципального образования. Всего в республике планируется построить 8 таких мусоросортировочных комплексов. Водяная мельница – большая редкость сегодня. Электрические агрегаты давно заменили водяные, но не в селе Нирохота Ботлихского района. Местные жители здесь со старинными обычаями и средствами производства расставаться не спешат. Наоборот, используют технологии предков, чтобы произвести вкусный горный урбеч. Секреты изготовления дагестанского десерта узнавала Хадижа Курбанова. В большом помещении гудят мельницы и вращаются огромные жернова. На одной из них перерабатывают корма, а на другой изготавливают дагестанский деликатес – горный урбеч. Работников или урбечеделов, как их называют приезжие, здесь всего несколько человек. Ахмед Муртазалиев – студент, учится в Махачкале, но каждое лето приезжает на мельницу, чтобы помочь отцу. Дело знает досконально, как свои пять пальцев. Говорит, что эти навыки передавались в их роду из поколения в поколение. Ее производили наши деды, прабабушки, и от них мы научились это делать. Мы в интернете как бы хорошенько посмотрели, из чего готовится она. Ну, прадеды только в своих интересах ее делали. А мы посмотрели, чтобы люди ее еще покупали. Эта новая с виду мельница работает по старинным технологиям. Сначала орехи перебирают вручную, затем они обжариваются в той самой печи, над которой работал Ахмед. А после третий, заключительный этап. Обжаренные семечки, арахис и тыквенные семена засыпаются сахаром. Отсюда, из этого ящика, они попадают прямо в водяную мельницу, где путем перемалывания мы получаем вот такой вот красивый урбеч. Так получается отличный десерт, который заменяет горцам и шоколад, и популярную на Западе арахисовую пасту. Продукция пользуется большим спросом. За урбечом сюда приезжают из Махачкалы и других городов Дагестана. Люди приезжают со своей продукцией, и я им урбеч делаю. То есть исключительно все со своей продукцией, да? Вы со сами... своей приезжают, да. В основном, вот, как... Бывает, кто для себя дома делает, бывает, кто на продажу делает, приезжает и бизнесом занимается. В месяц, по словам заведующего, они готовят по 15 ведер густой массы из перемолотых семян. Именно отсюда ледяная вода большим напором поступает в накопитель мельницы. Многие связывают особенность вкуса урбича с охлаждением, именно потому что эта вода ледяная, вкус необыкновенный. Река Ансалтинка – это еще одна местная достопримечательность, коих здесь немало. Она тоже принимает непосредственное участие в производстве десерта. Именно благодаря быстрому течению горной речки и стала возможна бесперебойная работа этого старинного сооружения. Кроме того, секрет вкусного десерта – это, конечно же, особенный горный климат. Все семена здесь экологически чистые, не на словах, а на деле. Хадижа Курбанова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Ботлихский район. И в продолжении высокогорной темы. Районы Дагестана – колыбель народных промыслов и ремесел. А Урахата в Ботлевском районе – единственное в мире место, где до сих пор шьют настоящие дагестанские бурки. Сегодня их можно увидеть лишь на фестивалях традиционной культуры, в музеях истории и изредка в непогоду на чабанах. Технология изготовления бурок передавалась из поколения в поколение, и сейчас их производство возрождают и сохраняют. Бурка здесь – настоящая визитная карточка и один из символов района. Продукция фабрики славится далеко за пределами Дагестана. Одежду горцев примерила на себя и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Горы овечьей шерсти, из которой уже через 3 дня будет сшита настоящая кавказская бурка. Рахатинцы так и говорят, нужно 3 дня и 3 женщины. Правило изготовления бурки напоминает рецепт изысканного блюда. Особое внимание уделяется качеству сырья.
Первым делом покупают хорошую отборную шерсть, затем перебирают и сушат. В таком виде первоначальная шерсть поступает к нам после стрижки баранов. Черная, белая, серая, всякая разная. Здесь мы ее отбираем, значит, идет отбор. Вот это, например, будет короткая, второй сорт. Процесс изготовления бурок очень тяжелый, но благодаря некоторым инновациям три женщины успевают сделать три бурки в день. Главные инструменты для изготовления бурки – это, конечно, рабочие руки. Вот тот самый лук, но из него не стреляют, а пытаются размягчить шерсть и очистить ее от лишней грязи. Вот я сейчас попробую это сделать. Правильно? Резко делайте, не бойтесь. Вот уже чуть-чуть цепляет. Полученную разрыхленную шерсть кладут на брезент и смачивают горячей водой. Чтобы мелких складков не было. После того, как ее уже разложили на полу, женщины сворачивают ее вот так вот в рулон и начинают раскатывать. Чтобы руки не болели, борщицы надевают вот такого рода нарукавники и приступают к делу. Итак, сотни и сотни раз в течение нескольких дней полотно обкатывают и бьют руками, кожа на которых краснеет, покрываясь множеством мелких ранок. Работа тяжелая, но другой в селе просто нет, говорят бурочных дел мастерицам. Ну что делать? Работать надо все равно. Хоть мало, хоть много. Семью кормить надо, заводов нету, фабриков нету. Единственное, что это у нас осталось от предков. Кормилица наша. О! Поехали вперед. Вот так. Седра Томаханова родилась и всю жизнь прожила в родном селе Рахата и с 16 лет делает бурки. Женщина признается, что молодежь не хочет этим заниматься. Многие считают их работу грязной и слишком тяжелой. А главное, много денег на этом не заработаешь. Молодежь сейчас особо не интересуется этой работой. Нет. Раньше интересовались, со школы пришли. Ну, как сказать, как труд. Вот, было же уроки трудовые, приходили, все это было. Сейчас нет. Сейчас большинство стремятся учиться куда-нибудь дальше, что-то такое, цивилизованность уже, короче говоря. Это говорит ее коллега по цеху Анастасия. Русская по национальности, она, выйдя замуж за дагестанца, не нашла другого занятия в селе. Зарабатывает мастерица этим тяжелым трудом 500 рублей в день. Но по сельским меркам, признаются женщины, деньги немалые. Во-первых, работа нравится должна, во-вторых, на самом деле у нас здесь в селе другой работы нет. Только если заниматься бурками. Но ими тоже особо много никто не занимается, потому что работа трудная, тяжелая и вредная. А сколько вы получаете в день за свою работу? Одну бурку 500 рублей. За то, что мы ее делаем. Заканчивают шерсть свой тернистый путь в пошивочном цехе. Здесь, собственно, войлочное полотно и превращается в привычную на вид бурку. Знаменитые рахатинские бурки, которые заказывали даже для легендарных кубинских революционеров Фиделя Кастро и Эрнеста Че Гевары, были известны раньше по всему миру. К сожалению, сегодня о былой славе только воспоминания, ведь ныне они уже не пользуются большим спросом. Просто это спрос сейчас мало, поэтому заказ тоже по заказу работаем. А кто в основном заказывает? В основном так на Москву идет, Москва, Махачкала, ну на подарки так и так идут. На сувениры вообще в основном, да? Да, сувенир, ну чабаны тоже это тоже берут. Это считается, их дом же считается. Али Магомедов признается, такие фабрики нужны селам не только, чтобы сохранить промысел, но и для того, чтобы сельским женщинам было где работать. Ведь вечно живое народное производство, пережившее немало потрясений, не должно угаснуть. Зумруд Гамидова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Ботлихский район. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!